среднем 4 сантиметра идут. Да, это не в допуске, я согласен. Но такие мест на миллион квадратов они будут. И они как это не будут? Ну, вот, нужно, будем перерезать. Не нужно, я готов дать расширенную гарантию на эти работы. А расширенная гарантия? Не 4-5 лет. На этой территории у нас показывает толщина от 3 до, ну, где-то в низких местах, до 4,2. Где-то определили участок, который... по которому будут вопросы. Вот сейчас должна лаборатория все-таки и управление дорожного хозяйства внимательно отнестись к показаниям. Это нормальная такая работа, которой они должны заниматься. И по результатам уже объявить общественности, что мы принимаем работу, не принимаем работу.